Добрый день! Я хочу познакомить вас с программой Эрика. Эрика – это программа для когнитивной реабилитации. Это серия упражнений с разными уровнями сложности и направленных на разные функции, которые выглядят как компьютерные игры, но, конечно же, ими не являются. Программа Эрика состоит из 5 блоков. Это внимание, память, пространственные когниции, вербальные управляющие функции и невербальные управляющие функции. Эрика имеет ряд преимуществ над другими программами реабилитации. Первое – это то, что в программе собраны упражнения разных уровней сложности и направлены на разные аспекты, на разные когнитивные функции. Во всех упражнениях представлено огромное количество разных стимульных материалов. Таким образом, Эрика является полноценной программой для когнитивной реабилитации, и не нужно больше ничего искать, не нужно готовиться отдельно к каждой реабилитационной сессии, подготавливать стимульный материал, все уже размещено в ней. Также можно работать с пациентами разного возраста, с разным когнитивным функционированием и разными нозологиями, подбирая то, что нужно именно им. Эрика подходит и для тяжелых нарушений, и для очень легких нарушений. Ее можно использовать и с детьми, и со взрослыми. И потому как взаимодействие с компьютером максимально облегчено, ее можно вполне использовать с людьми, которые никогда не работали с компьютером, и с людьми преклонного возраста. Параметры упражнений, такие как вид стимула, сложность упражнения, время предъявления стимула, скорость и так далее, устанавливает специалист, исходя из состояния конкретного пациента. Таким образом, реабилитация становится персонализированной. Можно определять, на что именно будет направлена работа с конкретным пациентом и какие параметры будут изменяться в первую очередь. И, соответственно, каждое упражнение можно использовать по-разному с разными пациентами, что делает их весьма универсальными и вариативными. В каждом упражнении представлено большое количество стимулов. То есть даже если пациент долгое время остается на одном уровне сложности, каждый раз он работает в разных условиях, и таким образом достигается эффект генерализации, то есть пациент действительно улучшает свои когнитивные функции, а не просто запоминает, как проходить упражнение, как бы это было в компьютерной игре, где каждый раз монстр вылазит из одного и того же места. В Эрика можно постепенно усложнять настройки градиентно, при этом выбирать, какую именно настройку мы усложняем в данный конкретный момент, над чем мы работаем с пациентом. Таким образом мы стимулируем необходимую нам нейропластичность. Варианты упражнения на одном уровне сложности гомогенны между собой, то есть мы можем сравнивать результаты пациента во время разных сессий и видеть его действительный прогресс. В Эрика лаконичный интерфейс, потому как она создана для клинических нужд, поэтому пациент не отвлекается на какие-то посторонние стимулы и у него нет дополнительных когнитивных помех, он занят именно выполнением упражнений. В Эрика нет ограничения по количеству возможных сессий с одним пациентом, то есть мы можем работать столько, сколько необходимо, пока не достигнем цели нашей реабилитации. Игровой вид упражнений развлекает пациентов и стимулирует их конкурировать с самими собой, то есть они каждый раз пытаются показать лучший результат. Эрика позволяет контролировать время предъявления стимулов и также фиксировать время реакции пациента, что ни в коей мере невозможно, когда мы используем бумажные методики. Все результаты пациента сохраняются, и их можно увидеть в сводной таблице.
Таким образом, видя прогресс пациента и сравнивая его результаты до и после, помимо результатов первичного и последующих тестирований объективными методиками. Ознакомиться более детально с программой Эрика вы можете на сайте ОС Украина. Также мы проводим обучающие семинары и приглашаем вас посетить их. Спасибо за внимание.